девчонки. Она и то смелее. А я вылеплю из пластилина зайчика. Сходи к дяде Мураду, скажи, что я еду в пески. Если хочешь, чтобы послать сыну, пусть несет. А можно Шимшат пойдет со мной? Конечно. Пойдем? Не-а. Она не хочет со мной идти. Один пусть идет. Уже ночь. Одному страшно. Так он у тебя с сестренками на двор будет ходить. Ну и что? Не догонишь? Ох, эти девчонки. Девочки, а помогите яблоки собрать. Чаман, чего ждешь? Иди скорей. Мама, принести наши подарки. Можно, принести. Девочки, где наши подарки? Да скорее. Не стесняйтесь, не стесняйтесь. Покажите папе, что вы приготовили для него. Смотри, какая красота, они так старались. О, один лучше другого. Неужели ты сама вышила? О, настоящая мастерица. А это моя работа. Умница, о, какой красивый кисет, он мне пригодится. А этот кто сшил? Ты, Гюзель? Нет. Тогда Шамшат. Не угадай. Не угадал. Знаю, это Айна. Да. Девочки, идите скорее, кино началось. Сынок, что сказал дядя Мурат? Он утром все занесет. А это чей такой красивый кисет? Это Чаман постарался. Почему Чаман спит вместе с девочками? А что тут такого? Они же дети. Не бойся, мы не пустим его. Спи. Вот он у тебя и растет, как девчонка. Он мужчиной должен быть. Укладывай отдельно. Что у нас, комнат не хватает? Да он боится один. Спи, девочек, я с тобой. Спи. И так ты его воспитываешь. Балуешь очень. Что ты ворчишь? Тебя месяцами не бывает. Кружишь по своим пескам. А мальчику отец нужен. Тогда и будет расти мужчиной. Приготовь Чаману одежду. Возьму его с собой. А если волк его съест? Не съест. Спи, доченька. Спи.
никого. Когда же он вернется? Завтра днем по республике ожидается переменная облачность. Во второй половине дня возможен северо-западный ветер с пыльной поземкой. Скорость ветра 18-23 метра в секунду. Повторяю. Завтра днем... И зачем я только приехал сюда? Здесь так скучно. Что это? Ты кто такой? Бе, на. На. Хватай. Хватай. На. Ой. Ах ты, кусаться вздумал. Ну, тогда мы с тобой по-другому поговорим. Вот тебе. Папа. Папа, ты что так долго? Я ведь должен быть сатарой, сынок. Папа, здесь так скучно. Мы скоро отсюда уедем. Поедем домой. Я хочу вернуться домой. Мне очень надоело здесь. Ну, поедем, а? А как же овцы? Пусть дедушка пасет. Иди поставь чай. На. Ты хоть свои каникулы проведи со мной. Пора бы уже не гонять так. Что-нибудь случилось? Да Илья опять удрал. Сам виноват, с ним надо построже. Он тебе тоже не чужой. Брат все-таки. А теперь кто нам даст помощника? Такая горячка. А Тару надо к новому колодцу перегонять. Сейчас все должны быть на ногах. Как перегоним Атару, я съезжу за Тайли. А меня тут одного оставишь? Если окот начнется, я не сумею управиться. Обернусь до окота. А тебе пока Чиман поможет. Подними чайник. Чиман поможет. Да ему самому нянька нужна. А
Они только и могут сидеть перед телевизором да кино смотреть. Это они могут. Отойди, это не твой, не видишь, что ли? Пока не понюхает собственного детеныша, не узнает. Баран он и есть баран, только бы брюхо набить. Вместо мозгов одно сено. Бе, бе! Бе! Надоели. А ребята, наверное, сейчас играют. Сестренки смотрят кино. Кути-кути, и тебе не с кем играть. На-на-на, кути-кути-кути. На-на-на. Ищи! Эй, разойдись! Дороги! Посторонись! Эй! Ах, ты какой попался! Отвечай, в школу ходишь? Не ходишь, лентяй? За мной! Скорей! Скорей! Оп! Ой, дедушка! Чего она на меня лает? Не кричи. Не маленький. Чаман, Алабай хотел с тобой поиграть. Он считает тебя своим. А ты испугался. Иди покорми собак. Они уже есть хотят. У собак тоже режим. Чтобы они были надежными пастухами, хозяин должен заботиться о них. Сначала нужно щенка кормить. Он ведь маленький. Нет, ты ошибаешься, сынок. У собак другие порядки. У них сначала должен поесть старший. А там уж и остальные могут приниматься. Разве это справедливо? Ничего не поделаешь, природой так установлено. Вожак нужен, чтобы порядок был, и собаки тогда злее. Мне так не нравится. Дай щенка. Совсем затискал. Папа! Что со щенком?
сделал? Зачем ему отрезал уши? Не реви. Ты что, девчонка? Загони овцы непоены. Иди напои. И хвост отрезали. Ему же больно. Ой, как жалко. Бедненький. Не надо плакать, мальчик мой. Это ведь собака, поскулит и перестанет. Как же папа так мог? Не надо, успокойся, у щенка все заживет. Из него получится хороший помощник для чебана. Если бы тебе отрезали уши, ты бы так не говорил. Ах ты глупенький. Этот пес всю отару должен будет оберегать от волков, а в схватке длинные уши и хвост ему могут помешать. Поэтому пастушьи собаки уши и хвост должны быть короткими. Ну, хватит, перестань, не плачь. Волки воют, слышишь? Это шакалы. Ложись спать. А вдруг придут сюда? Нет, не придут. Повоют, повоют и разбредутся. Они сами людей боятся. Спи. Тебе завтра рано вставать. К другому колодцу переходим. Вы с дедушкой поедете на мотоцикле, а я отару перегоню. Через день буду там. Ну, иди. Иди спать. Хорошо на крыше спать. Только лазить туда-сюда уже трудновато. Овцы уже два дня идут без воды. К тому времени, как придет отара, колодец должен работать, а то стадо погибнет. Не бойся, сынок. Тебе нужно сделать только одно. Привяжешь конец веревки к ремню, и я тебя вытащу. Я не смогу! Да ты пойми, если я спущусь, ты же не сможешь меня вытащить, правда? А кроме нас здесь никого нет. Деда! Деда, вытащи, я не держусь, здесь страшно. Мы должны достать ремень. Здесь темно, деда. Деда, тащи скорее меня наверх. Там вода.
Мама! Я же прошу тебя, деда! Подними меня, пожалуйста! Здесь очень страшно! Эх ты! Помощник! Не спускайся! Не надо, деда! Я же не смогу вытащить тебя! Ты упадешь в колодец! Дедушка, миленький, не лезь! Не отстань. Надо! Отстань! Не мешай! Чаман, что там с колесом? Здесь большой узел, он застрял в блоке. Протолкни чем-нибудь. Тараторь, говори спокойно. Веревка соскочила с колеса. Сейчас я сделаю так, что она ослабнет, и ты ее накинешь снова. Деда, я все сделал, готово.
Да, верно. Один человек ничто. Даже себя не поднимет. Слышишь, Атара? А, папа пришел! Что тут у вас? Ремень оказался в колодце, дедушка за ним лазил. Я его привязал, теперь вытащить надо. А, тебе только по колодцам лазить. А как же ждать, пока механики приедут? Нельзя же Атару без воды оставить. Вот я и полез. Все это из-за твоего Тайли. Сходи за верблюдом. Занимался бы каждый своим делом. Все было бы в порядке. Знаешь что? Тебе нужно съездить за Тайли в поселок. Нельзя мне ехать. Вот-вот окот начнется. А сам он не вернется. Шаман! Забери щенка! Ты же знаешь, у парня ветер в голове. Ферме не знают, что мы перешли к другому колодцу. Надо предупредить их. Ну ладно, ладно, поеду. Заодно и корм получу. Смотри, погода портится. Вижу, что портится. Успею. И мальчишку с собой захвати. Нет, пусть остается здесь. А ты куда собрался? Домой хочу. Что ж, мы дедушку одного здесь оставим? А кто ему помогать будет? За ягнятами присматривать, собак кормить? Нет, сынок, так не годится. Слезай. Я домой хочу. Значит, что же получится? Я уеду, ты уедешь. Пусть дедушка один остается. Большой мальчик. Должен понимать такие вещи. Я надеялся на тебя. Yeah.
Юбар! Куда ты убегаешь? Теперь идти? В какую сторону? Где же наш колодец? Деда! Деда! Ну-ка, сынок, помоги мне, отгреби золу в сторону. Вон палка, учись петь чурек. Пригодится. Смотри, как надо. Вот это сюда отгреби, а внизу останется горячий песок. Ой, а пыль к тесту не пристанет? Разве это пыль, песок? Не пристанет. Чок! Чок, говорю! Чок! Чок! А я поеду с тобой. Ты один поедешь. Это недалеко. За холмом увидишь солончак, а там уже и колодец через пару барханов. Бяшимага поможет тебе набрать воду, а я схожу за отарой. Нет, без тебя не смогу. Подойди сюда. Что еще за выдумки, не смогу? Сядешь и поедешь все прямо. Да верблюд только туда и пойдет. Он эту дорогу лучше нас знает. А если не знает? А ну, садись. Ну, хватит торговаться. Надоело. Это он не может, то он не может. А что ты можешь? Нам нельзя без воды. Я заблужусь. Ничего с тобой не станет. Только сиди да погоняй. Воду тебе нальют. Чё? Чё? Зачем ты меня туда посылаешь? Я не знаю дороги! Я заблужусь! Thank you.
Эй! Эй! Ты кто? Ты кто? Я полководец Чиман. Пусть войска отдыхают. Раскиньте шатры. Мой шатер поставьте вон на той горе. Разжечь костры. Да, можете веселиться. А это кто там? Ага, иди. Доставай бидоны. Эй, мальчик, можно набрать воды из вашего колодца? Конечно, только она соленая. Здравствуйте. Здравствуй. Нам нужна питьевая. Вот, берите. Нам много нужно. А где вы берете пресную воду? Из другого колодца, это недалеко. Далеко. Здравствуй. А ты что, здесь один? Да, один. Здравствуй. Ну и как, не боишься? А? Послушай, не проводишь нас к воде? Хорошо. Заодно для тебя воды привезем. Освобождай бак. Какой шустрый. Чок! Чок! Зачем тебе верблюд? У нас ведь машина. Нет, без верблюда нельзя. Это что-то новое. Интересно. На машине куда проще. Раз, два и готово. Дяденька, поезжайте за верблюдом. Почему за верблюдом? Ты что, без него не найдешь дороги? А? Верблюд знает дорогу. Ну, за верблюдом, так за верблюдом. Поехали. Сколько же мы за ним теперь будем плестись? Ну, что поделаешь. Садись в кабину. Thank you.
Деда, мы по дороге артистов видели. Они скоро и к нам приедут. Неси сюда, здесь заварим. Что же ты, сынок, кош оставил? Это, конечно, хорошо, что ты геологов проводил. Но ягнят бросать от них нельзя. За ними глаз да глаз нужен. Больше так не делай. Что же это за геологи такие? Без верблюда колодца не могли найти. Ну, неслыханное дело. Как набрали воду, я тут же вернулся. Знаешь, дедушка, они, оказывается, первый раз сюда попали. О, и ты среди них оказался знатоком пустыни. Иди, он какой вояка. Смотри, как играет. А помнишь, как ты плакал, когда ему уши резали? Уважаемый Мергенага, ваша мечта сбылась. Ансамбль Хмыл приехал специально для вас. Ты все шутишь? Нет, я серьезно. Девушки, Мергенага герой социалистического труда. Так что не подкачайте. Постараемся, девушки, для такого знатного человека. Ой, конечно, споем давайте его споем. Давайте начнем. Мне это понравится. Приготовились, да девушки? Да остановитесь. Да не спорт, и мы будем сразу танцевать и бежать. Давайте будем здоровы. Ахамаль, ахамаль, аха, аха, ахамаль, 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 аха, аха, ахамаль. Ағатқасын жанарым, жүйгінде интезарым. Өндір күллер, қой күллер, шолы ұлан төгір ярым. Ахамаль, ахамаль, аха, аха, ахамаль, ахамаль. Ахымыр, аха, аха, ахымыр, алманы айырдылар, шақатын зайырдылар, юректен төйен ярым, дилбілен айырдылар. Ахымыр, ахымыр, аха, аха, ахымыр, 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 аха, аха, ахымыр, ғызыл бұл оймақ, оймақ, барны дидазын доймақ, соланы амардың иши, жөйіптер езан оймақ. Ахымыр, ахымыр, аха, аха, ахымыр, ахымыр, ахымыр. Да.
Видно, их много было. Крепко тебе досталось, Конурджа, бедняга. Сколько раз ты меня выручал. Перестань плакать. Иди присмотри за стадом. Ах, Конурджа, Конурджа. Верно, ты мне служил, настоящим банкодавом был. Что спрятался? Раз родился на свет, значит, бегай. Ну, пошли! Полы, что ли, сбрелись? Чаман, не снимай седло со осла. Нам надо ехать в Атару. Зачем, деда? Окот начался. Сотехник на 3 дня ошибся. Вон их сколько. Смотри, что делается. И отца твоего до сих пор нет. Наверное, еще Тайли не нашел. Ну вот и все. Поторапливайся, сынок. Обращай внимание, только ночных волков надо остерегаться. Дождь усиливается, быстрее, сынок. Дождь, подохнут ягнята. Быстро гони на кош, отвези ягнят.
закрой их в яме и немедленно возвращайся, а я пока остальных соберу. Поезжай. Ну чего стоишь? Погоняй. Ну, пошел, пошел. Возьми ягненка. Едешь на центральную ферму. Вот и дождь утихает. Да нюни не распускай. Дорогу держись лицом к луне. Скажешь за фермой, чтобы срочно прислал помощников и машину. Сперва только обязательно переоденься. Шагай быстрее. Здравствуйте! Здравствуйте!
Чего кричишь? Ты кого-нибудь ищешь? Где за фермой? Зачем он тебе? Дедушка просил прислать машину и помощников. А ты откуда? Кто твой дедушка? Мерганага. У вас тоже отход начался? Да. А давай хлопай. За фермой вон под навесом. Сын Сири. А вы заведующий фермой? Да. Дедушка просил передать, чтобы вы... Да, знаю. Мне сказали. А ты, я вижу, хороший помощник. Молодец. Вон та машина, видишь? Поедет к вам. И людей я дам. А ты возвращайся. Езжай. Сказал. Теперь моих ягнят сюда увезут. Какой красавец! Разве можно такого оставить сиротой? Возьми. Мэ, 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 мэ. Бери. Мэ. Эй, ты что делаешь? Хочу выпустить своих ягнят. Да подожди. Отпусти, деда, я все равно их выпущу. Да я не хочу, чтобы их здесь убили. Что с тобой? Пусти меня, деда, я тебя пусти. Зачем посылал? Если где помощники? Видишь, что там делают, там а где машина? Там все шкуры сдирают. Я сам их позвал. Перестань. Теперь я обязательно приеду. Успокойся, ты же знал, перестань. Зачем они их забирают. И все равно меня послал туда. Я сам виноват. Я, деда. Тут никто не виноват. Деда, дедушка, нужно спрятать всех ягнят. Чтобы они не смогли их найти. Они увезут нашу ягнят. Успокойся, я сейчас все объясню. Не жалко. Да не кидайся ты так. Я не отдам их, отпусти меня. Остановись. Деда, миленький. Да что с тобой делается? Давай отпустим. Ну, ладно, хватит. Успокойся. Все, все, перестань, не плачь. Смотри, какой сильный. Ну, тихо, не надо. Тихо, тихо. Ах, ты мой хороший, не плачь. Нельзя себя так терзать. Да, так устроен мир. Человек сажает дерево, потом ухаживает за ним. Для того, сыночек, чтобы после собрать урожай без пищи, одежды, не проживешь. Вот так, мой верблюжонок.
тут такое? И отару распустил. Чаман! Куда он подевался? Давай сумку. Билет у тебя есть? Нет. Без билета нельзя. Тетенька, мне недалеко. Нет, нет, без билета не могу. Ну, тетенька, мне очень нужно. Отойди, ну, пожалуйста. Отойди, мальчик, видишь. Я вас очень прошу, тетенька, мне очень нужно. Возьмите меня, тетенька. Я знаю, может, возьмите меня. Тетенька, пожалуйста. Отойди от поезда. Что вам жалко, что ли? Под колесо попадешь. Мне домой нужно. Наведите меня. Я вас очень прошу, тетенька, возьмите меня. Пожалуйста. Отойди, отойди. Мне потом отвечать за тебя. Вот привязался. Куда же я денусь? Я Даем специальное сообщение Бюро прогнозов. По сведениям метеорологов, ожидается ветер с пыльной поверхностью. Скорость ветра может достигнуть 40-45 метров в секунду. К концу дня пройдут ливневые дожди. Всем хозяйствам, колхозам и совхозам, находящимся на пастбищах, рекомендуем отогнать свои отары в кошары и летние загоны. Повторяю, по сообщению Бюро прогнозов, ожидается ветер с пыльной поземкой. Кто там идет? Не чаман ли? По радио сказали, что будет ураган. Еще сказали, что будет сильный ливень, нужно укрыть отары и перевести их в летние загоны. Хорошо, что ты вернулся, сынок. Как резвятся.